Здравствуйте. Очень часто приходят сообщения мне в директ по поводу того, что работаете ли вы с прошлыми жизнями. Я хочу найти там какой-то источник, причину своих проблем в прошлой жизни. Но на самом деле наш мозг очень пластичен, очень гибок, и ему не важно, где находится корень его проблемы. Я вам скажу больше. На самом деле, более 90% проблем этой жизни можно решить средствами этой жизни, не прибегая никаким прошлым жизням, регрессиям и так далее. Но самое интересное, что у человека есть одно интересное свойство. Он в упор не хочет видеть какие-то свои уроки, задачи и пути их решения. И иногда наиболее эффективно пойти в прошлую жизнь или воспользоваться метафорой. Да, использовать эмоционально-образную терапию. Для чего это? Это помогает человеку диссоциироваться вот от себя, как будто, да, от настоящего, и сказать: о, это про того лопуха из прошлой жизни, который наломал там дров. И незаметно для себя происходит решение проблемы. И решение уроков, которые тянутся из воплощения в воплощение, находится прямо сейчас. И все уроки происходят прямо сейчас. И ответы есть прямо сейчас. И всегда были. Эти уроки таятся в деталях. В том, что стало привычным и постоянным для нас. И поэтому мы перестали это замечать. Все на расстоянии вытянутой руки. И решение проблемы тоже на расстоянии вытянутой руки.